Вітаю! Це програма «Мистецтво Дніпра», я Олена Хорошилова. Пікторіальний вернісаж – ця назва відсилає нашу уяву на межу 19 та 20 століть. Саме тоді народився жанр образотворчого мистецтва, який зараз ми називаємо пікторіальна фотографія. У цьому міксі асоціацій та алюзій триває свято фотомистецтва – виставка робіт Сергія Селізньова та Олександри Родіонової. Выставка называется «Пикториальный вернисаж». Слово «вернисаж» очень интересно. Я раскопал вообще, что оно означает. Оказывается, это покрывать лаком или делать выставки. То есть получается пикториальная выставка или пикториальные работы покрыты лаком, ну, если так буквально. Работы собраны, ну, условно говоря, за 20 лет. Существование студии пикториальной фотографии посвящены именно 20-летию студии. Лакшери, я правильно разумею? Ну, лакшери – это лакированные. Ой, ну, старались, конечно, но там зрители решают, зрители – самые главные судьи. В якому жанре вы працюете? Жанр – пикториальная фотография. Кто был автором этого жанра? Ну, если так копнуть историю, то где-то в 1743 году два шотландских человека, которые, ну, в те времена же все занимались и химией, и фотографией, это, помните, век начинается. Там развитие техники, развитие всего, это Адамсон и Хилл. Вот два человека. Один из них был художником и фотографом, другой был изобретателем, химиком и тоже фотографом. Вот они вдвоем, в принципе, вот вот впервые, кто сказал мяу, вот они как раз это и назвали пикториальной фотографией, и поехала дальше история, условно говоря, с 1843 года. Скажите, вы как художник, який образ варте на те, щоб його показувати все життя на різних етапах, в різних жанрах? Що це за образ в житті? Який це образ? Що це може бути? Вы знаете, если говорить откровенно, так между нами, то это то, что внутри меня происходит. Оно же меняется, это внутреннее содержание и реакция на события, реакция на какие-то личные, ну, там, успехи, драмы, вот, взлеты и там опускания ниже плинтуса. Все это, ну и плюс еще то, что вокруг меня происходит, это общение, это литература, это то, что мне нравится, музыка. Я 24-й год работаю в Академии музыки. Музыка всегда вокруг меня, ну и сам музыкой занимался. Вот это все. Конгломерацию, это вот, если хотите, салат оливье, вот в таком фотографическом виде. Ну, вы уже відповіли, в якому культурному закладі вас завжди можна зустріти. Угу. Да, это, знаете, говорят, альма-матер. Причем-то я туда зашел как абитуриент в 78-м году, это страшно подумать, когда это было. Вот. Ну, я кончил с красным дипломом, там, экстерном, 2 четверки, все. Горжусь страшно. Хоровой дирижер по специальности, ну, инженер, то, что у меня еще второе образование есть. За одним з фахів Сергій Селізньов – хоровий диригент. Дніпропетровська академія музики імені Глінки – це заклад культури, поріг якого Сергій переступив у 1978 році як абітурієнт. А сьогодні його видошукач супроводжує життя консерваторії. Взагалі, в нашому місті, що вам подобається більш за все з того, що відбувається в культурі? Що ви вважаєте це нашим хорошим таким, хорошою якістю? Угу. Ви знаєте, специфіка міста, вона, чим я більше живу і більше займаюся творчою фотографією, тим вона більше в мене проникає. Как-то мені задали питання, ви патріот міста чи ні? Ну, я не люблю ярлики, розумієте? Ну, що, я можу себе определити патріотом чи ні. Якщо я знімаю паради Победы вже около 20 років, и мои родители тоже в этом участвовали. Папа орденоносец, мама на заводе работала на военном, во время войны, Царство Небесное. И военные песни сквозь меня проходили, потому что, ну, я что, не патриот? А кто эти люди? Это наши горожане, это наша гордость, наша история наша, это первое. Второе, здание, которое здесь. Я случайно совершенно, ну, тоже зацепил тему екатерининской постройки, екатерининских домов. Это опять история города. Вижу
загоревшие дома, которые потом сносят. Причем дома красивейшие. Вместо них стоят коробки стеклянные, бетонные, которые вообще никакие, без лица. Ну, тоже это вот патриотизм. И в результате, если так подвести черту, ну, получается, что я патриот своего города, хотя сам себя так не называю. Ну, это вот люди, это вот архитектура, потом связь культуры, а культура у нас меняется. Наша Академия музыки – это место, в котором собрана вся культура. І мировая, і європейська, і національна. Є щось, що для вас лунає найбільш органічно, приємно, ну, те, що вас хвилює правильно? Ну, все почалося з Баха. Як це не странно, «Токката і фуга ре мінор». Случайно купив пластинку, в школі ще послушав і все, оторватися не міг. То музыкальная школа у меня первая музыкальная, там тоже мне давали полифонию. То есть мне в первую очередь полифония. Вот. Потом после училища, вернее, время учебы я уже в ГАМе был, такой ансамбль. А мы там пели музыку барокко, мы там пели джаз, мы там даже Барселону. Представлені пікторіальні фотографії створювалися протягом 20 років. Тепер вони підготовлені на суд глядача. Все логічно, адже слово «вернісаж» означає покривати лаком або робити виставки. Які тематики тут представлені? Ну, виставка, оскільки вона така, якби, ну, не то, що ітогова, ретроспективна. То здесь я старався показати свої роботи, самые изначальные, то есть даже с 99-го года, есть одна работа, с которой все началось. Потом затронута тема города, которого нет, который, кстати, выставка была в 8-м году в этой же самой, вот, в этом зале. В этой же самой. Я помню. Вот. И затронута тема уже более новая, это 7-й год, до 8-го было это вечное движение. И тут же тема, с которой все начиналось, пикториальные, абстрактные работы, серия сказки. И тут же тема, которая вот окончилась в 19-м году, это школа классического балета. Я 5 лет снимал школу этих девчонок. Я, когда пришел старшему классу, было 11-12, там, ну, кое-кому 13 лет. Они у меня в течение 5 лет на глазах выросли. Я приходил туда на репетиции, вернее, уроки у них репетиции, уроки, на прогоны концертов, на генеральный и на спектакль. Спектакль самое неинтересное, кстати. Там свет, со светом такое творят, что не нравится никому. И я насобирал материал где-то с 500 000 кадров у меня, балетных. Вот, когда я этим займусь, непонятно. Как вы выбираете? Как выбрать? По-живому, по-живому, по-живому режем. Режем по-живому. Ну, і ви знаєте, це вже не тільки мої роботи. Я хотіла запитати, у вас є учні? Так, да, так. Да. Є люди, з которыми я вже как бы, в бой ходив. А із тих, які ласточки вот, вже благодаря цій виставці, в тому числі, вилетіли з гнізда і вже з крилями, теж член Союзу, це школьниця 11 класу Саша Родіонова. Вона спортсменка. Вот, она увлекается медициной, ну, такая мультичеловек, играет на гитаре, в общем, и фотографией занимается. Еще и видеомонтажом занимается. На сегодня у меня все. Это была программа «Мистецтво Дніпра». Я Олена Хорошилова. Побачимось.